Сегодня пасмурная погода. Нам сейчас пришло карго. Чем? И посмотрим, что же Машкин заказал, купил мне для меня. Это для меня. Это она вам сейчас. Я заказала один, а они два принесли. Лекадар. Лабелир хедия верди. Хедия оларак, зерында. Ура! Şimdi sevindiniz aşkım. Ne diyorlar? 1 metre size hediye olarak 45 santimlik üzerindeki montlar içinde olan askılardan gönderiyoruz. Teşekkürler. Aşkım, hediye. Ne güzel. Представляете, одну заказали, а вторую подарок. Şimdi şöyle diyor. Bir tanesi 1 metrelik olanlar içinmiş, bir tanesi de 45 santim olanlar içinmiş. İki tane diye hediye, bir tanesini hediye gönderdim. Отлично. Для моего коврика это пояс для йоги, чтобы я красиво носила. Мы с Сашкой вам сейчас сидели кофе пили. Шуля, что делаешь? Ты шикарный. Он рандык сол. Ты сам достигнешь? Сол был. Вот. Все равно сол. Aynı da ama başka rengi. Başka renk. Hangisi? 1 metre 1.45 santimetre. Bakayım şimdi götüreceğim onu benim. Şimdi de düşündüm aynı. Aynı. Atinaka, biraz değil? Daha büyük. Ama güzel o renk. Şu biraz, he? Renkli güzel. Bir bakayım. O hangisi da uzun? O uzun. Şu uzun. Bu 1 metrelik, bu 45 santim. Süper. Süper. Teşekkürler. Вот такой вот у нас. Ну еще что-то должно прийти. Ждем мы. Bunlar da bağlı. А вот и мои девочки подошли уже. Почему мы здесь собрались? Потому что мы будем отпускать сегодня кораблики наши. На отпущение, техника на отпущение долгов и кредитов. Отпускаем. Левой рукой. Левой? Конечно. Давайте. Плыви, мой сладкий. Ай! Плыви. Давай, давай, давай. Не отпускается. Ух ты, я Рамаз. Не отпускается. А мой мелифиздрик вон плывет. Маленький. А мой потонул. И пусть тонет. Романтика. Ой, какой хороший. Ой, смотри, как хорошо. Красненький. Хорошо, значит, девочки, йогу мы начали, знаете, с чего? Конечно, наши долги утонули, и кредиты, и все. А мой мини-призрик, смотрите. Ой, какой. Романтика, красненький. Вот, сейчас красненький тоже. Давай, давай, уплывай от нас. Уплывай, уплывай. Уплывай. Давай, 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 давай. А можно с любого, да. О! Как красиво! А чей это первый? Это Ленин такой. Лена больше всего не хотела, как красиво плывет. Смотри, какая рыба большая. А, видишь, рыба какая большая. Рыба большая. Видела? Рыба большая плывет. Смотри. Наши кораблики. Вот, вот, вот плывет. Видишь, его удочка. Наши девочки. Ну все, девочки, пойдемте на йогу. Отпустили. С Богом. Без слов.
Сейчас у меня такая проблема, друзья. Вы себе не представляете. Перемерила весь мой гардероб. Все на мне висит страшно. Как на вешалке. Это платье пришлось, видите, пришлось пояс повязать, и он болтается во все стороны. Вот так я похудела, друзья. Одела один пиджак, ужасно был. Второй одела пиджак. Костюмные брюки хотела, блузку красиво. В общем, друзья мои, вот платье, и то оно на мне висит, пришлось повязать. Новый гардероб нужен, говорю мужу. Друзья мои, только что мы были в банке. Я почему-то раньше думала, и многие говорили, что из банка невозможно снять доллары, из банкоматика. Я была в субботу, не смогла вытащить. И сегодня пришли в банк, и когда спросила, она говорит, можно. То есть один из трех банкоматиков можно снимать и доллары, и евро. Это меня очень обрадовало. Мы стояли полтора часа в очереди и только взяли деньги и ушли. А оказывается, все это возможно сделать через банкоматик. Какой красивый я салат себе приготовила. Посмотрела меню и сделала из двух один. Хотелось мне пекинской капусты. Здесь у меня и авокадо. И яйцо, лук, красный, зеленый, болгарский перец, естественно, мята и оливковое масло, лимонный сок. И чуть-чуть соли, естественно. Естественно, сейчас буду кушать. Приятного мне аппетита. Утро с утра я столько дел переделала. Погода замечательная, урагана не было. Слава Богу, обошел нас мимо. Хотя все и ждали. Вот с утра я приготовила себе на весь день, на обед. Сейчас я пленкой закрою и поставлю в холодильник. Почему я заранее делаю? Ну, потому что сейчас бегу на набережную, как раз дело будет сделано, и у меня сегодня другие планы, мои дорогие. Смотрите, мои хорошие, вот здесь вот курица, сейчас туда добавила я лапшичку, такую маленькую вермишельку. Суп куриный отвариваю. Даже мне можно, потому что я добавила туда ноховую муку. И будет очень невкусно и полезно. Ну, а также, смотрите, я вожусь со шпинатом. Целый килограмм шпината нужно перемыть, мелко порезать, перебрать каждый листик, потому что, девочки, опасно, попадаются какие-то трава, которая может навредить здоровью. Так что вот, быстренько сейчас перемою и бегу на набережную. Да, море сегодня неспокойное. А сколько чаек плавает? Канал весь наполнился водой. И немножко стало прохладно. Хотя я разделась сегодня. А там даже, видите, волны как. Это мужичок. Наше место кружит, круги кружит, круги. Ох, езжай-ка ты себе своей дорогой, не упади. Нечего заглядывать по сторонам. Правильно же говорю, девочки? Ну что, побежала я. Я Светлана Ата, турецкий блогер из города Мерсин. В блоге рассказываю о своей новой жизни в браке с турецким мужчиной после 45. Показываю плюсы и минусы Мерсина, свой быт, путешествия, развлечения, недвижимость, занятия йогой и рисованием нейрографики. Провожу бесплатно консультации на любые темы и отвечу с удовольствием на ваши вопросы. Сторис – моя каждодневная жизнь, красивая и счастливая. Добро пожаловать на мой канал. От меня вам 100% польза, позитив и хорошее настроение, а также появится уверенность и любовь к себе. С любовью, ваша Светлана. Посмотрите, какие волны. Море что-то предсказывает. Вы знаете, о чем бы это? Вчера такое было спокойное, хотя мы и ожидали ураган. И спасибо Богу, все обошлось.
тоже. Везде зима, снег, а у нас... А у нас какое море, а у нас какое небо, какие облака. Друзья мои, знаете, как рисуется нейрографика? Нейрографическая линия. Вот прямо по облакам, вот видите? Вот так, если обвести, вот такая вот будет линия нейрографическая. А вот и готов мой сегодняшний ужин. Я это приготовила, значит, что? Капусту с курицей и с грибами, запеченную в духовке. Так она сбоку выглядит. Уже все, я выключаю, она готова. Приятного мне аппетита! Так, сейчас перейдем на цены, на покупочки. Расскажу и покажу вам. Мой муженек что принес? Потратил 192. 192. Самое дорогое, что здесь? 34. Ага. Сыр. Сыр. Какой сыр? Он принес два вида сыра. 32. Другой 45. Алла-алла. Ашкин. Кыркбеш не фики. Не. Кыркбеш. Пенир? А, вот это вот 45 сыр, вот этот. Вот этот, а этот, наверное, 35. Ну да, переходим дальше. Что там у нас? Так, не видно сюда, поверну. Так, сладкое. Я говорю, сладкое хочу, он принес сладкое, действительно. А вот этот вот сыр, где он? Где он? Вот этот сыр. Резины. Классик. Сколько стоит? 22. 37 что стоит? 37. Юмурта. 31 было, сейчас 37. Ашкем, юмурта, артык. Отуз секис? Бен... Алдым бир. Отуз бир. Хергюн пахалыйор? Алла, вот узбир вердым бенону гюнонже. Вы видите, каждый раз дорожает все, друзья мои. Пипец, короче. Короче говоря, вот это вот... А, купил, вот посмотрите. Угу. Алла дым. Сладости принес мне, говорит. Ты же хотела сладость. Это манго. Это настоящая манго запеченная. У меня так сложилось впечатление. И вот это что-то такое. Ой, как бы я это съела. Называется ханимадан. Ханимадан. И я попросила уксус купить. Уксус почем? 2 пакета 50. Хорошо, пакеты не дорожают. А, яблочный 3,50. Килограмм этого чая 28. Ну, а что ж 8 лир стоит вот этот? Вот этот. 8 лир вот этот уксус. Я это использую его для, видите, для замачивания. 2 литра. Ну, а это яблочный. Все, буду кормить мужа. Что я приготовила, покажу вам сейчас. Та-ра-ра-ра. Сегодня испанакли и юмурта. Вы понимаете, я полностью... забила сковороду, и что осталось с нее? Я думала, ему на 2 раза хватит или на 3. Ну, а тут супчик, который я с утра приготовила. Посмотрите, какой он хороший, вермишель. А вкусный, блин. Все, иду кормить Ашкема. Приятного ему аппетита. Спонсор моего канала – онлайн-платформа Gigos. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.